Ну что, друзья, выбрался я на мероприятие, которое происходит где-то раз в полгода. Jobs Fair называется. Это как ярмарка вакансий. Сейчас там собрались более 30 компаний. И нехватка рабочей силы страшная. Brexit учудили? Учудили. Локдаун сотворили? Сотворили. Ну все, теперь те, кто был европейский, махнули от этих всех прелестей домой. Сделали себе тут, набили казну и уехали домой. Вот теперь тут жесточайшая нехватка рабочей силы, особенно в Лондоне. Очень сильно подняли зарплаты. Сейчас пойду на этот Jobs Fair. Постараюсь максимально вам показать, рассказать, что почем, какие работы, какие предлагают зарплаты. Сейчас выключаюсь, включусь уже там. Ну вот, как обычно, перед такими какими-то мероприятиями массовыми выставляются автосалоны. В основном сейчас выставляют электрокары. В основном, как новинки. Вот это, что на борту написано, цена. Это надо за месяц платить. Не знаю, правда, на сколько лет. Но это надо платить только в месяц, чтобы... Ну, меня как охотнику... Сейчас не охочусь, конечно, но вот эта машинка просто в захвате от нее. Смотри, какая ляля, а? Как бы дать по бездорожью и по разъедяйству. Ладно, идем дальше. О, зарабатываем себе цистит. Сидим на бетоне. Довольно прохладно, такая уже осень у нас. Ну вот, Jobs Fair. Такое мероприятие. Заходим. Ну вот такси ABC. Это очень классное такси, оно очень недорогое. И, ну, там только по... На улице махнешь рукой, не остановятся. Да, они... И вот у них постоянно нужны водители. Ну, в принципе, у меня лицензия есть на такси. Может быть, на своих выходных можно было бы подрабатывать. Но, блин, устаешь на основной работе так, что... Без света белого не видишь. Ну так что вот так. Получил буклет со всеми ништяками, которые они предлагают. И меня уже прямо оттуда не хотели. Как узнали, что у меня уже есть лицензия, уже прямо меня хотели под руки и увезти прямо на фирму, показывать, как все работает. Короче, у них очень не хватает водителей сейчас. Сейчас Крисмас на носу. В общем, зарабатывают. Сейчас я вам скажу, сколько они зарабатывают. Значит, порядка 4-4,5 тысяч фунтов в месяц зарабатывают водители, если они работают full-time. Ну, понятно, кто part-time, кто очень гибко, то есть можно работать один день, два дня, и будешь иметь там свою двоечку, 2,5 в месяц, троечку будешь иметь. Вот. Ну, все зависит от того, насколько ты готов, как говорится, приложиться и заниматься этим, ездить. Ну, в принципе, нормальная альтернатива, план Б. Окей, идем дальше. Ну вот, девочки меня тут затягивали руками. Тоже есть какая-то фабрика недалеко от Норвича, которая, ну, работает с мясом. Линия. Даже дали мне такую лифлетик, такой листовочку дали мне. И вот сразу же, что мне бросается в глаза, так это... За час платят 10, 12, 13, 16. На мясника можно учиться. Ну, там получить... ну, в общем, только давай. Только приходи и только коняч. И счастье тебе будет. Но это очень хорошо. Brexit, с одной стороны, нам всем помог, потому что теперь как бы возросла очень... Правда, и цены на все выросли. Ну, и зарплаты подняли. Теперь народ ходит и выбирает. Вот так вот. Даже вояки набирают. Потишу ли в армию английскую? Пойду я в английскую армию, наверное. Прикольно.
В общем, поговорил я с этим молодым человеком насчет армии. Говорит, да, мы с 55 там, до 55, по-моему. Ну, мне уже все равно поздно. Набираем народ. Они набирают народ. Там, короче, есть какая-то работа для старших людей. Там быть, там, обслуживать, там, либо охранять периметр, там, либо... Ну, в общем, как-то... Что-то он мне говорил, мой английский не настолько идеальный, как у местных. Ну, в общем, даже, в принципе, светило и нам бы, работенка. Вот. Нужны люди, нужны люди, нужны люди везде. Идем дальше. Полиция, вижу, набирает народ тоже. Констебулари. Вот полиция, это, конечно, очень сладкое место. Они имеют сумасшедшую социалку. Они имеют огромные зарплаты, часть из которых идет на альтернативный пенсионный фонд сразу. У них потом в конце... То есть зарплата настолько большая, что они часть отправляется прямо сразу. Сразу же. Не то, что человек сам выбирает. Они сразу же отправляют туда. Достаточно денег, чтобы жить ежедневно. Вот. Ну и потом все уходит... туда, на этот самый. Плюс у них очень классные условия по покупке недвижимости, по моргиджу, по страховке. В общем, там, ну, короче, эти люди в шоколаде. Они полностью на государственном обеспечении. Но там очень жесткие экзамены, очень, ну, просто так туда. Ну, понятно, надо быть молодым, помоложе. И, ну, я сейчас подойду пообщаюсь, кстати, мне интересно самому. Но там сумасшедшая у них социалка. Просто сумасшедшая. Ага, на подводной лодке даже набирают. На, смотри, морячков набирают. Обалдеть. Ну, подводная лодка в степях Украины. Ладно, походим дальше, посмотрим. Ну, вот так вот. ABC Taxis даже начали использовать Теслы. Они закупили Теслы. Полностью электрические машины, чтобы возить людей на такси. Вот она, Теслочка стоит. Вот они говорят, что набираем сейчас водителей. То есть машины пришли, водить их некому. Ай, блин. Ну, вот бы у нас так было дома, да? Было бы у нас так дома. Пришел. Все, везде тебя ждут. Везде ты надо, на разные квалификации, на разные работы. С чего-то надо начинать. Где-то нужен английский, где-то не нужен английский. Ну, в смысле, он нужен везде, но в меньшей степени. Там где-то, если рабочим. Ну, они 80 в день тут платят, что-то это кисло совсем для рабочего. Ну, может, для Норвича и нормально, не знаю. Ну, хотя сейчас цены на все подросли, все выросло, и квартплата выросла, и цены в магазинах выросли существенно. Поэтому я все вокруг этого джипа хожу. Лялечка. Вот бы нам туда. Прикольный джипик. Еще был бы руль с правильной стороны, было бы вообще чудово. Класс. Альфа Ромео. Очень хорошо. 549 в месяц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это все эти машинки, модели новые. Сейчас модно очень начинаются эти все электрокары или гибриды, электрокары. Англия хочет через 10 лет полностью уже перейти на такие на дружественные для окружающей среды машины в основном. Так что да, над этим идет работа. Уже сейчас можно это все. Не везде много, конечно, есть этих станций для заряжения, но тем не менее... Так, ну все, иду, ухожу. Посмотрел я, интересно. Люди нужны. Предлагают зарплаты. Предлагают обучение, кто не тянет. Где-то нужны уже экспириенс, где-то нет. Военная, полиция, даже моряков на субмарины набирают. Обучают их, отбирают, понятно, да? Там. Ну, я уже немножко в возрасте для этого дела. Но ничего страшного. Война – дело молодых. Лекарства против морщин. Был бы помоложе, пошел бы, конечно, честно, там нормально. Но сейчас уже я хапнул другой
жизни уже как-то мне моя свобода дороже мне, чем пойти, допустим, в отпуск, когда я захотел, насколько, как долго я захотел. Я думаю, что это дорогого стоит. Не забываем подписаться. Буду дальше высматривать что-то интересное для вас и выкладывать. Все, arrivederci.